Говорят, что банкроты – это побочный продукт процветающих банков. Не знаю, что такое у нас процветает, но один из главных серийных санаторов «Пробизнесбанк» сегодня потерял лицензию. Банк «Московский» и «Самары» вроде бы не касается, но на самом деле банк входит в финансовую группу «Лайф», в которую входит и самарский банк «Солидарность». Он, кстати, все еще в процессе санации. Так вот, у этого банка тоже начались проблемы. Сегодня клиенты банка сообщили, что перестала работать банковская программа для юридических лиц. В банке сообщают, что временно не проводят платежи и обещают, что это продлится всего несколько дней, а потом будет новый этап санации и все заработает. Вот только юрлица ждать не хотят, и спешно закрывают счета и не горят желанием возобновлять работу с солидарностью. Как говорится, репутация в бизнесе очень важна. Премьер-министр России поддержал намерение сельхозпроизводителей и депутатов Госдумы ограничить наценки розничных сетей. 19 мая Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон о торговле, разработанные группой сенаторов и депутатов во главе с Ириной Яровой. Одно из ключевых нововведений – снижение предельного размера бонуса, который поставщики платят торговым сетям с 10 до 3% от цены приобретаемого товара. Авторы поправок считают, что это будет способствовать снижению роста потребительских цен и защите интересов российских производителей. Между тем, члены Ассоциации компаний розничной торговли выступили против таких поправок. Вот как раз это-то и не удивляет. Когда бизнесу срезают прибыль с легких 200% до приемлемых 10-15%, он, конечно, будет против. Около 2,5 миллиона туристов отдохнули в Крыму в этом сезоне. Средняя заполняемость санаториев на полуострове составляет почти 70%. Это почти на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Прогнозный показатель числа отдыхающих на 2015 год составляет 4 300 000 человек, на 15% больше, чем в прошлом году. Наиболее востребованы Ялта, Алушта, Евпатория, Саки и Бахчисарайский район. Правда, отдыхающие очень часто отмечают неготовность Крыма к приему туристов и высокие цены на ровном месте, особенно на проезд. К примеру, билет на самолет в Европу можно купить дешевле, чем в Крым. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ снизился до отметки 1692 пункта. Негативную динамику показали акции НМТП, Префа Сургутнефтегаза, РДР Русала, Мегафона, ГМК Норникель, МРСК Центра, МТС и Префа Сбербанка. Растут против рынка бумаги ВСМП «Ависма», ММК, «Газпромнефть», «Яндекс», «Башнефть», «Новатек» и «Северсталь». К открытию торгов в России сложился негативный внешний фон. Основное давление на мировые фондовые рынки оказало решение Народного банка Китая о снижении официального курса юаня к доллару. Ожидания замедления экономики Поднебесной негативно сказались на нефтяных котировках, которые так и не смогли закрепиться выше психологически важной отметки в 50 долларов за баррель нефти Brent. Общий негатив на рынке привел к снижению индексов в Европе, США и Азии. Курс доллара на 12 августа – 63 рубля 20 копеек. Курс евро – 69 рублей 67 копеек. Золото стоит 2262 рубля за грамм. Серебро стоит 31 рубль 11 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 49 долларов 82 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.